Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы с вами рассмотрим партию Магнуса Карлсена, где он проводит блестящую комбинацию и доводит партию до победы. Ваша задача перед каждым ходом стараться предугадать, как пошел чемпион мира. Итак, Магнус Карлсен играл белым цветом. Последний ход черных было взятие слоном на h3, надеясь после взятия слона поставить двойной удар с выигрышем ферзя. Но этот ход оказался ошибкой, так как Магнус разворачивает сильнейшую атаку на короля. Итак, как бы вы сыграли? Перед каждым ходом ставим видео на паузу и думаем. Я надеюсь, вам удалось найти этот ход. И этот ход — ферзь h4. Смысл этого хода в том, чтобы открыть линию для ладьи, которая в будущем будет нападать по линии F. Итак, думаем дальше. Следующий ход направлен на открытие белопольного слона. И этот ход — E5. Казалось бы, что после взятия пешки на e5 у черных крепкая защита, и белые никак не могут прорваться. Но именно с этого момента у белых разворачивается серия комбинаций, которые приводят к красивому мату. И этот ход — конь h5. Смысл данного хода в том, что мы открываем короля соперника. Он забирает нашего коня пешкой. Что мы делаем дальше? Мы пожертвовали коня с пешкой, но этого мало. Ферзь g5. Идея отвлечь пешку, которая стоит на f6. Он забирает fg. И здесь идет красивый, но при этом простой мат. Ладья f7, король h6, мы жертвуем коня. И последний завершающий ход — ладья h7 с матом. У черных лишний конь, ферзь и ладья, но они никак не могут помочь своему королю. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока!